Геннадий Труханов не представляет интереса для центральной власти. Отношения с Киевом натянутые. Все попытки мэра показать свою важность остаются безуспешными. Об этом свидетельствует, в частности, последний визит в Одессу председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Глава парламента посетил военно-медицинский клинический центр Южного региона, 411 госпиталь, фармацевтическое предприятие «Интерхим» и 16-й муниципальный форум Ассоциации городов Украины. О первых двух пунктах программы визита сообщается на официальном сайте Верховной Рады. Очевидно, по мнению центральной власти, именно они имеют значение как важные события и достойные внимания. Городской глава Одессы старался как можно дольше быть рядом. После официального приема сопровождал гостя на прогулке по Приморскому бульвару. Подчиненный мэру сайт города показал этот процесс со всех сторон. Так, будто встреча лично с Геннадием Трухановым была главной во всем визите главы Верховной Рады. На самом деле, одесскому мэру всего лишь позволили исполнять формальности. Как руководитель города, он принял делегацию. В официальной информации о поездке Дмитрия Разумкова для нашего городского головы места не нашлось. Нет даже короткого упоминания о встрече. Трудно предположить, что миллионный город, морские ворота страны не интересен Киеву. Скорее, дело в самом его руководителе. Правящая команда во главе с подсудимым Геннадием Трухановым не пользуется уважением у центральной власти.